Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе. Сегодня будет очень необычное видео, потому что я наконец-таки вспомнил логин и пароль от моего аккаунта, на котором я не был или 2, или 3 года. Я вообще не знаю, что в нем осталось. Это будет нереально крутое видео. Поэтому, ребята, пожалуйста, прожмите лайкусик. Обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Потому что прямо сегодня, ребята, мы узнаем, что же у меня есть на этом аккаунте. А вдруг тут есть какие-то супер дорогие скины? Ну что же, погнали смотреть! Ну и куда без подарков? Ребята, чтобы получить совершенно бесплатно рабочий, настоящий промик, тебе надо прямо сейчас очень внимательно посмотреть все видео от начала до конца без перемоток. Во всем видео я запрячу буквы. Ты эти буквы соединяешь и получаешь настоящий рабочий промик на Аркану. Все, братишка, внимательно смотри, ну а мы приступаем к видео. Ну что же, давайте разбираться, что же это за аккаунт. Это очень старый аккаунт, потому что у него ID начинается на двоечку. Этому аккаунту очень-очень много лет, и раньше я на нем играл. Ну что же, давайте смотреть, что же у нас по статистике. И как видите, все по нулям, потому что я на этом аккаунте не был очень давно. В третьем сезоне у меня элита, ничего себе, сказал я себе. Во втором сезоне у меня легенда, и в первом сезоне у меня тоже легенда. Это очень старый аккаунт, у него даже есть первый сезон. Обалдеть! По союзникам все по нулям. В третьем сезоне у меня мастер. Во втором сезоне... А второго сезона-то не было. И в общей статистике у меня 1500 часов. То есть я вам скажу так, это не ноунейм аккаунт. На этом аккаунте есть реально на что посмотреть. И я вам скажу так, я просто знаю, что же в этом аккаунте. Это просто полная попель, вот такая огромнейшая. Ох, ребята, блин, мне ж плохо как-то стало. Ну а теперь давайте посмотрим, что же у нас по статистике. И как мы видим, последний раз играл в 2021 году, 2 года назад, обалдеть. И как я играл, а ну-ка. Ноль киллов, мать моя женщина, это еще буст был или что? О, в 2КД-то, господа, полегче, девочки, мальчики. Обратно в 2КД. Вот это я киберкотлета, и тут в 2КД. Ребята, хэштег КентПК жесткий кибер. Так, ребят, тут мы все поняли, то есть с кентом лучше не связываться, киберспортсмен рыться на проводе. Что у меня по клану? Конечно же, у меня клан Маслят, ребята, вам не показалось, тот самый легендарный клан Маслята! Маслята! Оу! Ну что же, что у меня по друзьям? По друзьям, как мы видим, у меня очень много друзей, очень много заявочек, то есть это не ноунейм аккаунт. Ну а сейчас будет самое интересное, я на этом аккаунте не был несколько лет. Что же мне пишут в личные сообщения, потому что у меня целых 82 непрочитанных сообщения. Здарова! Продашь свой аккаунт. Значит так, я не был на аккаунте очень давно, и тут уже кто-то собирается его купить. Алло, гараж, сладенький ты мой, не аккаунт не продается, это мой аккаунт. Легенда. Конечно, братья. Я легенда. Ну, правда, это было давно и неправда, но я легенда. Легенда не становится, легенды рождаются. Ауф. Не понял. Слышишь, братья, кто пеба? Кто пеба? Не надо так, не надо так. Ну, не обзывайся, братья, не обзывайся. Привет, я твой подписчик, можно одну калды. Ну, братик, я не знаю, может и можно одну коголды, а может и нельзя. Надо посмотреть, что у меня там по профилю. Ну что же, на счет 3 я прихожу в инвентарь. 1, 2, 3. Everybody dance now! Что? Я богат! Вы просто посмотрите, первое, что я вижу, это АВМ Генезис с этой наклеечкой Snow Queen. Вы это понимаете, Snow Queen? Сноу Квин! Эта наклейка, знаете, сколько она стоит? Я вам сейчас покажу, она стоит миллиард просто. Смотрите, где-то наклеечки. 75 косарей! Илон Макс, как тебе такое? Эта долба наклейка стоит 75 косарей. Обалдеть, я грибу Али-Бабу. 75 косарей приклеил. Вот это я сумасшедший. Зачем приклеил эту наклейку на ВМ Генезис? Окей, идемте дальше. Стоп. У меня второй ВМ Генезис и обратно с этой же наклейкой? Ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, вызывайте врачей, мне лечиться надо. Я не понимаю, под чем я был. М9 Planet Universe, который стоит 15 голды. Хэштег непогано. Там-там малахит. Сколько стоит? 1,5 косарика, ну тоже нормально, тоже пойдет. Перчаточки ретро вейв. То есть, ребят, у меня реально очень крутой блатной аккаунт. И самое крутое тут есть удаленные кейсики, которым уже несколько лет. Вот как вы думаете, что мне выпадет с удаленного райвел кейсика, который лежал в инвентаре 2 года? А давайте-ка мы проверим. Опустик раз, опустик два. Поехали. Сюда, сюда, сюда. Ну-ну-ну-ну-ну. Ну-ну-ну-ну. Ну-ну-ну-ну.
Мы обкакались. Так, ребята, а что у нас по фейбл кейсикам? А давайте-ка мы их тоже откроем. Ну тоже лежат в инвентаре уже 2 года. Ну может открыть, правильно? Чё бы нет? Ооо, легендарочка выпала. Так, ребята, кажись, я начинаю верить, что это необычные аккаунты, потому что у меня такое ощущение, что сейчас мне выпадет какая-то аркана. Вот отвечаю, просто чучка ещё такая. Давайте, хэштег Аркана, все написали в комментариях и поехали, давай, Арканочка. Это тот сам долгожданный аккаунт, который пролежал 1 миллиард лет, и мне выпадает Desert Eagle Ace. Мораль такова, как раньше пап падал какаха, так и сейчас, ну ё-моё, ну пожалуйста, ну хотя бы сейчас можно мне что-то человеческое, ну будьте вы людьми, ну в конце концов умейте вы совесть. Ни одной аркан даже не прилетело, просто аркан даже не было, я их не видел. Окей, открываем дальше Rival Case, чуби нет, оп. Хидыщ! Погнали, погнали сюда, Арканочка! И мне обратно попадает М40 Бигл. Что я могу вам сказать? Что лучше, ребята, если у вас есть Rival Case, лучше зайдите на рыночек и их продайте, потому что открывать их просто невыгодно! Окей, делай буст раз, делай буст два, делай буст три, попу подать три, погнали! Да ты шо, мой любимый NPC Мафрут. Спасибо, конечно, большое, но это хэштег полная попа. Так, погнали дальше. У меня там даже был Furious Кейсик, прикиньте. Не, ребят, тут чуть походу не мой день. Блин, надо было их все продать, я бы заработал 1005 голды, наверное. О, Furious Кейсик, он стоит 640 голдишки, прикиньте, как дорого. И я прямо сейчас ради вас его открою. Поэтому, ребята, с вас лайкосик, обязательно подпишитесь. А мы начинаем. Погнали, погнали, погнали. Фомас Бигл. Ну, как бы вам сказать так помягче. Ну, чуть не очень, чуть не очень. Ну, ладно, ребят, давайте смотреть дальше, что же тут есть еще интересненькое. То есть, все кейсики, какие у меня были, я уже всяких, так сказать, израсходовал. Давайте смотреть дальше. Что? Петрис 50 Forest Spirit с этой дорогущей наклеечкой? Она же стоит 15 голды. Вау, это с Хэллоуин коллекции, имба. М16 Тримхант. Ну, ребят, неплохо. 600 голды, обалдеть. У меня есть Origin коллекция, посмотрите, М16 Винжи, что? 630 голды, вау, ребят, это очень дорогой аккаунт. Он, наверное, стоит, не знаю, 1100 голды, как минимум. И мы даже не дошли до середины, что же там будет еще интересное. Так, пока же дефолт имеет. О, Кертуерс! 7к голдишки, вау, как же это дорого. Блин, я просто в шиках. GMP45 Винжет с крутой, дорогущей наклеечкой. Блин, как наклеечка называется? Ну, она реально дорогая, я помню, ребят. Эмочка Гранд Прикс тоже крутая, дорогущая наклеечка. Ну, пока что, ребята, М4 Предатор с дорогущей наклеечкой. Да ё-моё, вы же надоели. Давай, Александр, дальше, рарочки. Рарочки, 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 дефолт. Рарочки нам не нужны, рарочками ты нас не удивишь. Правильно, камоночки. Сейчас пойдут анкамоночки, максимально дефолтик. И я прям... Что? Что? Не, это сон, это сон, это сон, я богат. 75 косарей. 75 косарей. 75 косарей, у меня 3 наклеечки с нуклей. Я богат. Ладно бы только эти 3 наклеечки, у меня еще есть Neon Core. Она тоже стоит 8500, то есть у меня тут наклеек только 1250 голды. Вау. Еще есть зона 9, которая стоит тоже 2 косаря. Обалдеть, не встать. Вы посмотрите, как же много у меня наклеечек. Если я все это продам, то мой аккаунт будет стоить 1300 голды, наверное. А давайте-ка мы прямо сейчас посмотрим историю покупок и историю продаж. Очень интересно, сколько же я все это купил. Как же рад! Я богат! Я купил М9 Bayonet Universe за 3к голды! Что? А Эмочку Некромансер купил за 100 голды? Сейчас она стоит 500 голдишки. Обалдеть! А в М Genesis за 460, и это по-любому 100-трек. А Кертуерс за косарик. Посмотрите, у меня еще раньше были хлын стикер-паки, которые стоили тоже по косарю. Блин, ребята, я просто смотрю и плачу. Вы посмотрите, насколько же раньше были низкие цены. Вы посмотрите на все это, просто посмотрите, это все халява. Что? У типа вообще зеленый ник? Это что за дичь? Как это возможно? У типа зеленый ник, вам не показалось? Мать моя женщина, ребят, это что, софтер какой-то или как? Вы не поверите, но наклеечек Snow Queen у меня просто-напросто нету в истории покупок, потому что, знаете почему? Потому что я вспомнил, я их получил с Gold Pass, прикиньте! Только что я зашел в историю продаж, и я хочу плакать, потому что я продал Хэллоуин Скирпак за 469 голды. Сейчас он стоит
5 костырей, наверное, блин, ребята, я хочу плакать. Просто посмотрите, какие же раньше были приятные цены. Ну что же, ребята, в принципе, на все. Мой аккаунт суммарно стоит полляма голды. И самое, ребята, интересное, то, что я не пожадничаю. И я поделюсь с вами этим замечательным генезисом. Просто за подписку на мой YouTube-канал. Прямо сейчас подпишись. И на мой телеграмчик по ссылочке в описании тоже подпишись. И этот генезис я разыграю именно там. Поэтому, братишка, прямо сейчас ставь лайкосик. Обязательно подпишись на мой канал и на мой телеграм-канал. Напиши любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха. Всем удачи и всем пока-пока.